Добрый день. В эфире очередной выпуск программы «Русская политика», в которой мы говорим обо всем с точки зрения интересов нашей страны. Сегодня у нас в гостях писатель и публицист Никита Чекулин. Никита Чекулин, автор книг «Тайна олигарха» или «Британское правосудие» и «Березовский. Не своя игра». В 2002-2004 годах входил в ближайшее окружение Бориса Березовского в Лондоне. Став свидетелем преступления олигарха, совершенного для получения им политического убежища в Великобритании, осознал, что подвергается смертельной опасности. Втайне от Березовского вернулся на родину. Чекулин уверен, что убийство Александра Литвиненко было организовано при участии Бориса Березовского и жены Литвиненко Марины. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы оказались в Лондоне? Ведь, если я не ошибаюсь, вы прекрасно знаете Бориса Березовского, входили в его окружение, знакомы с Александром Литвиненко и знакомы со многими другими фигурантами будущих неблаговидных историй, которые происходили в столице Великобритании. Да, это правда, что вы сейчас сказали. 2 марта 2002 года вместе со своим тогда 11-летним сыном я оказался в Лондоне, где и познакомился с Борисом Абрамовичем, с Александром Литвиненко, с Юрием Фельштинским и с другими людьми из его окружения. По моему появлению в Лондоне сопутствовали определенные трагические события в моей жизни. Я попал под преследование, как мы тогда их называли, оборотней в погонах из Министерства внутренних дел. Этим было обусловлено мое появление в Англии по приглашению Бориса Березовского. То есть Борис Березовский сам пригласил вас приехать к нему в Лондон? Да, через посредников в Москве он сделал такое мне предложение. И учитывая, что надо мной нависла смертельная опасность, я принял такое решение встретиться с ним и переговорить. После чего вы практически на 2 года остались в Лондоне и входили в ближайшее окружение Березовского. Да, так произошло в моей жизни, что я приехал на 2 недели, а оказался там на 2 года вместе со своим несовершеннолетним сыном. И в силу обстоятельств оказался свидетелем многих событий вокруг и при участии самого Бориса Березовского, которые носили чисто криминальный характер. Я знаю, что по итогам вашего пребывания в Лондоне вы написали целых 2 книги. Хотелось бы для начала нашей беседы, чтобы вы рассказали о ваших первых впечатлениях от общения с Борисом Березовским, потому что они несколько не совпадают с общепринятыми представлениями о сказочном богатстве этого человека. Я не могу судить в полном объеме, насколько богат Борис Абрамович. С точки зрения человеческих, внешних качеств, этот человек вызывает определенные симпатии с первых минут с ним общения. Он прост, как иногда сравнивают его с Владимиром Ильичем Лениным, что, кстати говоря, и послужило впоследствии обстоятельством того, что Борис Абрамович стал Платоном Ильичем и Лениным. Эта история имеет прямые корни с Владимиром Ильичем Лениным. Вообще, до определенного момента я питал иллюзии в отношении Бориса Абрамовича. Но впоследствии, поняв, что передо мной действительно небывалый мошенник, я стал задумываться о том, как мне безопасно для себя и для своей семьи покинуть Лондон. К сожалению, эта задача оказалась не из простых. Именно поэтому вы так долго находились в Лондоне. Совершенно верно. Березовский препятствовал моему выезду домой. Он не разрешил моей жене выехать с моим сыном. И мы стали строить планы, как уйти от Березовского. Этому предшествовало моему побегу из Лондона предшествовала история с получением политического убежища самим Борисом Абрамовичем. Я хорошо знаю, как происходила эта процедура, включая и процедуру получения Юлием Домом, Ахмедом Закаевым, который также известен нашим телезрителям. То есть со всеми этими персонажами вы знакомы лично? Потому что в вашей книге совершенно потрясающие фотографии, где вы с Ахмедом Закаевым, с Березовским, с Александром Литвиненко, с другими персонажами. Да, фотографии, конечно, неплохого качества, но качество нашей жизни было очень напряженным, трудным. И я искренне говорю, что счастлив, что нам удалось избежать участи Александра. То есть правильно ли я вас понял, что вы можете сказать, и у вас появились ощущения, что на самом деле на месте отравленного Александра Литвиненко могли бы быть вы? У меня нет ни малейшего сомнения, что нам готовилась именно такая участь. Дело в том, что в 2003 году Березовский осуществил с помощью Гальфарба и Литвиненко спецоперацию для получения политического убежища обманным способом, путем.
Они использовали гражданина без гражданства Владимира Тюрлюка, проживавшего в Лондоне, в качестве агента внешней разведки, прибывшему в Лондон якобы с целью убийства Литвиненко в зале английского суда. То есть они говорили о том, что этот человек является агентом российских спецслужб? Они это говорили не только в средствах массовой информации, это содержится в их официальных заявлениях от 31 июля Александра Литвиненко и 4 августа 2003 года Александра Гольфарба, на основании которых и получил Березовский политическое убежище. Скажите, пожалуйста, а каким образом Борис Абрамович Березовский убедил вас остаться в Лондоне? То есть он каким-то образом финансировал ваше пребывание там? Да, финансирование происходило сначала из личных средств Березовского, а затем из фонда, Международного фонда гражданских свобод, который руководит Алекс Гольфарб, гражданин Соединенных Штатов Америки, бывший советский эмигрант из нашей страны, который работал в Курчатовском институте и который, кстати, явился прародителем идеи с отравлением Березовского в английском суде, а затем и отравлением полонием Александра Литвиненко. Ну, наверное, вы были не единственным, чье пребывание в Лондоне финансировал Березовский. Вы абсолютно правы. Подавляющее большинство визитеров из так называемой непримиримой оппозиции финансируется из средств этого фонда и вручается в конвертах в кабинете Бориса Березовского в Лондоне. Вы были свидетелем вручения таких средств? Я был и сам получателем таких средств, и свидетелем таких получений теми визитерами, которые там находились. А вы могли бы назвать какие-то конкретные фамилии тех, кто точно финансировался Березовским? Я могу сказать, что все люди, которые посещали Березовского, получали в том или ином объеме деньги. Либо наличными в конвертах, либо оплачивалось их проживание в гостиницах, и оплата происходила, что называется, суточных, по нашему пониманию. Ну, например, вы, наверное, слышали, существовала, ну, правда, больше в средствах массовой информации, партия «Либеральная Россия». Этот проект осуществлялся Борисом Березовским в 2003 году, якобы для участия в парламентских выборах. К очередным парламентским выборам, да. Да. Почему я говорю якобы? Поскольку никаких перспектив эта партия реально не имела. Спонсировалась она, насколько мне теперь достоверно известно, американскими долларами, конвертируемыми иногда в фунты для проживания делегатов в Лондоне. На самом деле это были случайно отобранные люди из разных регионов страны с тем, чтобы создать впечатление о наличии такой партии в России. Устраивались телемосты, когда съезд проходил в Москве и когда проходил в Лондоне, где собирались сопредседатели этой партии, включая Бориса Березовского, Сергея Ющенкова. И ранее сопредседателем был депутат также Государственной Думы Владимир Головлев. Вы назвали фамилии руководителей этой партии. И, в общем, помимо, исключая Бориса Березовского, у всех у них очень печальная судьба. Вот каково ваше мнение о причинах гибели Ющенкова? Я могу сказать однозначно, что причина гибели Сергея Ющенкова кроется в его тесной связи с Борисом Березовским. Еще за год для смерти он практически написал предсмертное письмо, и так сложилось, что якобы в мою поддержку, это было ходатайство со стороны Сергея Ющенкова в Home Office, то есть Министерство внутренних дел Великобритании. На самом деле этот документ готовился Александром Гольфарбом, фактическим руководителем Фонда гражданских свобод. Именно там закладывалось будущее обоснование, почему был убит Ющенков и якобы по заданию российских спецслужб. Убийство Ющенкова, сопредседателя партии «Либеральная Россия», убийство Головлева, сопредседателя партии «Либеральная Россия», использовалось сопредседателем партии «Либеральная Россия» Борисом Березовским для получения политического убежища. В вашей книге написано, что когда происходил съезд партии «Либеральная Россия», основной проблемой было удержать делегатов в зале суда, в зале съезда, где проходило это заседание. Вы совершенно правильно цитируете вот содержание из этой книги «Березовский не своя игра». Действительно, делегаты приехали туда не для решения задач партийного строительства, которое, кстати говоря, было и безразлично самому Борису Абрамовичу, поскольку на тот момент он решал свою главную задачу. МВД Великобритании отказала в политическом убежище, и началась экстрадиция его в Россию. Поэтому Борис Березовский искал пути, как избежать экстрадиции. И для этого он использовал все возможные ресурсы, в том числе и проведение партии «Либеральная Россия».
Но я думаю, что тем, кто немножечко знает историю Великобритании, историю того, как эта страна, используя подрывные течения внутри различных стран, борется с ними, несложно будет предположить, что все-таки выдача Бориса Березовского России является для англичан делом невозможным. И поэтому съезд и создание определенных политических структур внутри России накануне парламентских выборов являлось, может быть, не единственной целью для того, чтобы Березовский получил официальное политическое убежище в Великобритании, а одной из множественных целей для того, чтобы создать в России хотя бы искусственно какую-то оппозицию. Ведь не секрет, что и в прошлом основные съезды наших революционеров удивительным образом происходили исключительно в Лондоне. Это и РСДРП съезды, 3 из 5, которые прошли в английской столице, съезды эсеров, там жили народовольцы, там жил Карл Маркс. И вот мы видим эту преемственность, которая на самом деле идет до наших дней. Николай Викторович, я могу только подтвердить ваши выводы, которые содержатся в ваших книгах. Принципиально ничто не изменилось из-за столетия. Как собирались в Лондоне люди, которые тем или иным способом хотят навредить своей родине, так они продолжают собираться и в наши дни. И сегодня смотрящим за политическими беженцами является Борис Абрамович Березовский. Я стараюсь об этом рассказать и рассказал вот в книге, которую опять-таки предлагаю познакомиться вашим читателям. Я уверен, она раскрывает сущность происходящих процессов с так называемой непримиримой оппозицией, которая продолжает собираться в этом городе. Ну, действительно, если мы посмотрим удивительным образом, получается, что в Лондоне все приезжающие персоны каким-то образом оказываются притянуты в сферу влияния Бориса Березовского. Да? Ну, в данном случае даже речь не о вас, а, например, Чичваркин, да, Евгений Чичваркин, совершенно верно, приехал по вроде абсолютно аполитичному делу, и через некоторое время он выходит на митинг рядом с Борисом Березовским. Я повторяю свой тезис, что Березовский, смотрящий в Лондоне, дело в том, что официальное пребывание в Великобритании разрешается по туристической визе в течение 6 месяцев. Чтобы находиться больший период, нужно иметь основания. Это может быть бизнес-виза, это может быть виза как инвестора, известная Елена Батурина. По этой визе сегодня пригласила своего мужа, известного Юрия Лужкова, для пребывания в Великобритании. Поэтому как для Чичваркина, так и для десятков других так называемых политических беженцев из России требуется юридическое обоснование их нахождения там. Для этого подается заявление в Home Office, которое готовится адвокатами. И вот адвокаты Березовского осуществляют обслуживание, скажем, всех людей из ЮКОСа, которые там сегодня скопились. В своей книге я рассказываю механизм получения политического убежища людьми компании, высшего менеджмента этой компании, и в том числе Александра Тимерко, который получил политическое убежище по решению того же самого судьи, который выдал политическое убежище, точнее сказать, вынес нужное решение для получения политического убежища в Англии. Это Тимоти Уоркман. Я думаю, что, прочитав, как это все происходило, каждому станет, что это чисто мошеннические операции в английском суде. Я думаю, тут нужно дать небольшое пояснение, потому что вот лично мне фамилия Тимерко с точки зрения борьбы в кавычках за свободу в России не говорит ровным счетом ничего. Это кто-то из высшего менеджмента ЮКОСа. И таких, как вы говорите, в Лондоне очень много. И если я вас правильно понял, они получили именно политическое убежище. Вы абсолютно правильно поняли. И в этом-то как бы и насмешка над здравым смыслом и понятием правосудия. Люди, которые не имели никакого отношения, никакой политической деятельности у нас в стране, становятся политическими беженцами, когда становятся разыскиваемыми за совершение чисто криминальных преступлений, совершенных у нас на родине. И, соответственно, в экстрадиции этих людей в Россию российскому правосудию было отказано? Конечно, на основании того обстоятельства, что они политические беженцы. Хотя само по себе статус политического беженства автоматически абсолютно не означает в отказе на экстрадицию уголовных преступников. Я еще хотел один вопрос задать. В вашей книге на одной из фотографий в офисе Березовского видно Анну Политковскую. Вот она тоже приезжала к олигарху в Лондон? Да, Анна Политковская приезжала на суды, которые были посвящены слушанию дела по экстрадиции Ахмеда Закаева. Я неоднократно с ней встречался и беседовал.
Могу сказать, что если вас интересует, за чей счет приезжали большинство людей в Лондон, я могу лишь повторить. Конечно, за счет Фонда гражданских свобод, который был специально и организован для антироссийской деятельности с этой территории этого острова. То есть, в принципе, можно сказать, что принципиальность борцов за свободу слова, в кавычках, за свободу выражения, в кавычках, в России, она оплачивается из определенных фондов, определенными структурами, к которым имеет отношение Борис Березовский. Вы абсолютно правы. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Русская политика». У нас в гостях писатель Никита Чекулин. С Никитой Сергеевичем мы сейчас поговорим о деле Литвиненко. Скажите, пожалуйста, вы были лично близко знакомы с Александром Литвиненко? Да, мы дружили, общались ежедневно, по много часов проводили и в городе, в парках с нашими детьми. У меня десятки часов записанных аудиокассет моих разговоров с Александром сохранилось до сих пор. Десятки часов? Да. Скажите, пожалуйста, ну буквально несколько слов, чем он занимался в Лондоне? Действительно ли он был настолько важной фигурой, что мог представлять какую-то опасность для российских спецслужб, для руководства нашей страны? То есть была ли хоть какая-то мотивация для его устранения с точки зрения опасности для российских интересов? Ну, я бы адресовал для ответа на этот вопрос к рассказу о Александре Литвиненко, что он из себя представлял, какой интерес для британских спецслужб, поскольку мне выпало быть тем человеком, который переводил Александра представителю МИ-5, это английская контрразведка, в их контактах. Поэтому мне хорошо известно, что спрашивала представитель этой спецслужбы и что отвечал Александр Литвиненко. Он признавался, что на вопрос, когда ему спросил контрразведчик, была ли у него встреча с МИ-6, то есть английской разведки, да, ответил Литвиненко, они встречались, но интереса к нему не проявили никакого. До этого у него были контакты в американском посольстве с представителями Центрального разведывательного управления. Те также, проведя всего лишь одну встречу, не заинтересовались его услугами. Другими словами, Александр не знал что-то эдакого, из-за чего нашим спецслужбам нужно было бы убирать как источник секретной информации. То есть фактически можно сказать, что Александр Литвиненко не только не представлял интереса для британских спецслужб, но и сам сказал о том, что он не представляет этого интереса, и вы присутствовали при разговоре, где отсутствие этого интереса было явно продемонстрировано. Да, это было произнесено, это было именно так, но это не значит, надо сводить только к сбору информации. Литвиненко был интересен до определенного времени тому же Борису Березовскому, в его ярой антироссийской кампании. Как вы помните, с помощью Литвиненко и Ферштинского была организована кампания по обвинению ФСБ и лично Владимира Путина в организации взрывов 99 года. На самом деле у меня сохранились аудиозаписи, из которых следует, ни сам Борис Березовский, ни Юрий Ферштинский, ни Александр Литвиненко никогда не располагали и не были уверены в том, что наши спецслужбы организовали эти взрывы. Тем не менее, по заданию Березовского такая кампания, если вы помните, в начале 2000-х годов проводилась и широко использовалась в антироссийской деятельности Бориса Абрамовича. Я прочитал вашу книгу, и меня больше всего поразил тот факт, о том, вы пишете о том, что Литвиненко не был отравлен полонием. Но мы читаем во всех зарубежных источниках, что отравление полонием – это якобы установленный факт. Вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это. Ну, это абсолютная выдумка. Она принадлежит Александру Гольфарбу, о котором я говорил, будучи немного в институте Курчатовым сотрудником, он слышал о термине полоний и знал его свойства. Поэтому и была придумана эта версия о том, что якобы радиоактивным полонием был отравлен через чай Александр Литвиненко. Абсурдность этой версии, этого утверждения, опровергается производителями полония в нашей России. То есть это физически невозможно? Это по физико-химическим свойствам этого радиоактивного вещества отравление невозможно. Всего, если вы возьмете, я ее называю антироссийской независимой энциклопедией Википедии, которая широко используется многими журналистами, обозревателями, так вот, там существует всего три случая применения, точнее, случаев смертей людей от полония. В одном случае
считается, что сами супруги Кюри, открывшие этот радиоактивный элемент, отравились и скончались, правда, через 10 лет после этого события. Второй случай – это когда советская атомная подлодка, на ней случился пожар и произошла, значит, соответствующая авария, когда погибло несколько членов экипажа. И третий случай, который приводится в этой Википедии – это случай с Александром Литвиненко. Но я хочу заметить, что ни одно официальное британское лицо никогда не называло причиной смерти Александра Литвиненко радиоактивной полонией. А как же так получается? Вот... Все знают, все читали, все слышали о том, что он был отравлен полонием, но при этом вы говорите о том, что ни одно официальное лицо Великобритании об этом никогда не заявляло. И при этом же они требовали от России выдачи Александра Лугового, которого обвиняли в этом преступлении. Андрей Луговой никакого отношения не имел к отравлению товарища Литвиненко. Это подстроенный сюжет, который я подробно разбираю в своей книге, которая, надеюсь, в ближайшем времени выйдет в свет. Она будет называться «Викиликс. Березовский и убийство Литвиненко. Документальное расследование». Я приведу те аргументы, которыми я располагаю, показывая, что убийство Литвиненко – и все, что связано с этим событием, это есть совместная операция британских спецслужб и самого Бориса Березовского. Ну, если Литвиненко не был отравлен полонием, тогда возникает вопрос, на самом деле, что с ним произошло и чем он был отравлен? Первое сообщение, которое произошло о причинах отравления, было связано с солями талия. Это произнес сам Александр Литвиненко в своем телефонном разговоре с матерью, который был уже сделан Александром из госпиталя. И вот в том фильме НТВ, который я предлагаю посмотреть нашим читателям и зрителям, там подробно об этом говорится. Что же касается о реальных причинах смерти, об этом легко можно было бы прочесть из анатомического заключения, которое составляется во всех случаях смерти человека, которое до сих пор остается тайной под семью, под 10 замками. Почему это является тайной? Это вопрос к британской стороне. То есть Великобритания официально не опубликована свидетельство о смерти, о причинах смерти Александра Литвиненко? Нет, такого сообщения никогда не было, и, я думаю, в ближайшее время не произойдет. Единственное, в ходе допроса английским следователем конвеем Бориса Березовского в 2007 году английский следователь произнес слова о том, что причина смерти – радиационный синдром. Что такое радиационный синдром? Я также пытаюсь объяснить в своей книжке. Имеется их принципиальных 4 вида, но слово «полоний» опять-таки не произносилось. Очень интересная получается ситуация. Говорят об одних причинах, официально не публикуют доказательства этих самых причин. Очень странно. Ничего, по большому счету, нет странного, поскольку политика британского эстеблишмента по отношению к России на протяжении столетий принципиально не изменилась. Их цель – делать гадости нашей стране. В том числе и этому посвящено было использовано дело Литвиненко. Я хочу сказать, что впервые термин «радиоактивный полоний» появился 15 ноября 2006 года. Это не случайно. В этот день был подписан меморандум между прокуратурами двух стран, то есть Англии и Уэльса с одной стороны и России с другой. Этот меморандум предусматривал подписание в первом полугодии 2007 года соглашения о порядке выдачи преступников, то есть лиц, находящихся в международном розыске. Так вот, и по сегодняшний день никто больше не слышал о планах подписания такого соглашения. То есть получается, что накануне подписания договора о выдаче преступников, если так можно это назвать, да, человеческим языком, так и надо называть, была проведена определенная операция, в результате которой умер Александр Литвиненко, и все это было использовано как повод для поднятия шумихи, и в том числе для незаключения этого самого договора. Совершенно вы правы, и в своих, между прочим, исторических исследованиях, не отказывайтесь, Николай Викторович, именно эти же мысли и вы доводите до наших читателей на других исторических примерах. Ну, я стараюсь, но в данном случае мы сегодня говорим о ваших книгах, Никита Сергеевич. Поэтому в связи с этим, мне кажется, выстраивается определенная логическая цепочка. Да? Нужно не подписать это соглашение, которое соблюдать невозможно, иначе нужно выдать всех тех,
кто очень нужен для организации антироссийской кампании внутри Британии. И тогда очень понятно использование, ну, псевдоиспользование полония, для того, чтобы нарисовать некую полониевую дорожку, чтобы были следы, которые приведут следователей из Скотланд-Ярда в нужном направлении, то есть в Россию. Потому что если используется обычный яд, то следов никаких нет. Есть погибший человек, есть следы яда в его организме или отсутствие этого яда, но нет дорожки, которая вот можно посыпать этим радиоактивным материалом, она поведет в нужном направлении. Вы правильно понимаете, потому что Гальфарб озвучил версию о том, что полоний производится в одном месте, в России. То есть только государство, значит, могло дать указание на то, чтобы использовать его для кого-то отравления. И на этой вот версии событий строится обвинение Запада, Российской Федерации, в участии в убийстве Александра Литвиненко. То есть полоний был выбран, получается, по двум причинам. Во-первых, потому что он радиоактивен и дает возможность идти по следу. И второе, потому что полоний производится на одном из государственных предприятий в России. На единственном предприятии, в Арзамасе-17. И поэтому был выбран полоний. Полоний вообще используется в радиотехнической промышленности. Он производится в России для поставок в Соединенные Штаты Америки. Это дорогостоящий радиоактивный элемент, не имеет ни возможности технологической быть использованным для отравления кого-то либо. Если опять-таки я адресую к фильму на НТВ, вы увидите контейнер, который демонстрируется там, то извлечь его вне лабораторных условий радиоактивный элемент не представляется возможным без разрушения этого контейнера и, значит, для смертельной угрозы для того, кто это производит. То есть тот, кто отравлял, он должен был неизбежно умереть тоже? Совершенно верно, потому что если бы это был луговой, он бы тоже бы погиб. Интересно, интересно получается. И кроме того, луговой при всем желании не мог бы добавить его в емкость, как стакан или как чашка. Это невозможно технологически. Территория города Саров, на котором расположен Федеральный российский ядерный центр, имеет статус закрытого административно-территориального образования. В данных МАГАТЭ не зафиксировано ни одного случая по полонию, так сказать, не только в России, но по всему миру. То есть нигде никогда полоний не пропадал? В базе данных МАГАТЭ ни одного факта по полонию не зарегистрировано. Практически весь вырабатываемый в России полоний поставляется на экспорт США. Значит, получается, прессовывается совершенно другая картина. Литвиненко был отравлен солями талия. Чем-то иным. Полоний не имел никакого отношения к его отравлению, а потом для создания видимости причастности России к этому убийству его где-то оставили в виде меток марок, и потом, соответственно, сами английские спецслужбы, там, где оставили эти метки, их нашли. Их и нашли. Совершенно вы правы, потому что тех местах, где был найден радиоактивный полоний, я привожу в своей книге. Далеко не во всех этих местах появлялись Луговой и Литвиненко, но там были отмечены эти радиоактивные метки. То есть нашли метки. Там, где ни Лугового, ни Литвиненко не было? Совершенно верно. И вообще именно смысл этого элемента именно для того, чтобы оставлять радиоактивные метки. Это нужно в технологическом процессе. Именно этим обстоятельством и воспользовались. В том числе нашли в Гамбурге, в квартире бывшей жены Кофтона, Дмитрия, да. Кофтона. Поэтому никакого... Второго, кого обвиняли в убийстве. Да, второго человека, и там еще был третий человек по фамилии Соколов. Одним словом, этих людей, ну, по всей видимости, удачно подвели к этому моменту, что именно 1 ноября они появлялись в Англии, в Лондоне, и Луговой посещал офис Бориса Березовского. Я описываю в своей книге, как Березовский подстроил визит Литвиненко к себе в кабинет, и на самом деле допустил Березовский крупнейшую ошибку. Он рассказал ту версию, которую я опровергаю. Это была... сделано лишь с одной целью, чтобы потом говорить о том, что Литвиненко вот был заражен полонием. Хочу сказать, что одна сторона действительно интересы высокие британской спецслужбы, истеблишмента прервать, не допустить заключения соглашения, о котором мы говорили, а с другой стороны, Британии крайне необходимо, чтобы новые и новые люди с денежными своими мешками продолжали вести свои средства на территории этой страны. Если создать прецедент экстрадиции, пусть то Березовского, пусть ли то Тимерка, либо кого-то иных,
лиц, которые везут свои деньги в Англию, тогда другие лица подумают, туда стоит ли приезжать или нет. Причем речь идет ведь не только о России. Они не выдают никого, никуда и никогда. И ни революционеров, ни денежных мешков. И мне кажется, здесь, конечно же, не только все-таки финансовая заинтересованность, хотя она присутствует. Если выдавать, как вы справедливо сказали, борцов в кавычках за свободу, то очень сложно будет найти новых. Поэтому каждый из них, борясь против России, борясь против Ирана, борясь против еще какой-то страны, должен быть убежден в том, что с ним ничего не случится. И гарантированно в Лондоне он получит убежище. Как бы сказал Владимир Ильич, надо решать двуединую задачу, которую британские власти успешно для себя и решают. Если вы придете в Гайд-парк в центре Лондона, вы увидите, что в летний период времени 90% посетителей – это лица, проживающие на Арабском Востоке. То есть там сейчас мусульманская община чрезвычайно огромна. И сегодня события в мусульманском мире, я уверен, инспирируются людьми, которые проходят свою подготовку, проживают на территории Соединенного Королевства. Те события, которые сегодня охватили, в частности, Египет, конечно, происходят не без участия Соединенных Штатов и Великобритании. Но, Никита Сергеевич, о сегодняшних событиях на Ближнем Востоке, о событиях, связанных с WikiLeaks, хотел бы поговорить чуть позже, а сейчас вернуться еще раз вот к трагической ситуации с Александром Литвиненко. Насколько я знаком по школьному и институтскому курсу физики, при отравлении таким веществом человек, который был отравлен, он должен сам стать источником радиации. И здесь должна ли существовать при потенциальном отравлении радиоактивным веществом опасность радиоактивного заражения для его родных и близких, и было ли это в реальности? Вообще изучают альфа, бета и гамма частицы. Вот полоний – это альфа-частицы, которые имеют очень небольшой пробег. То есть непосредственно в близком соприкосновении с телом должен находиться источник излучения. Вы задали совершенно справедливый вопрос. Почему случилось так, что полоний был якобы найден только в теле Александра Литвиненко? Ни у Марины Литвиненко, его жены, ни у Анатолия, сына, ни у отца Вальтера, ни у Гольдфарба, ни у самого Березовского, наконец. У врачей никаких этих последствий радиоактивного заражения обнаружено не было. Кроме того, внешние признаки отравления солями талия и радиоактивным веществом, они похожи. Поэтому однозначно утверждать то, что мы видели облысевшего человека, о том, что он был отравлен именно радиоактивным полонием, на этом основании нельзя. Тем более сам Литвиненко в разговоре говорил, что вероятнее всего вот он отравлен именно солями талия. Совершенно вы правы. И вот о мотивации, скажем, британской стороны мы сказали, но была мотивация и Бориса Березовского для совершения убийства. Он убирал очень опасного свидетеля в лице Александра Литвиненко. Была мотивация для совершения преступления и у Марины Литвиненко, которая стала теперь имущей вдовой, которая получила приличные деньги от смерти своего мужа. Поэтому эта спецоперация отвечала интересам группы лиц, которые и были вовлечены в проведение убийства и организацию убийства Литвиненко. Никита Сергеевич, вы начали отвечать на вопрос, который я как раз хотел задать. Если мы с вами убеждены, что ни Россия, ни российские спецслужбы просто логикой событий не могут быть причастны к этому убийству, нет ни смысла, ни вообще использование такого материала невозможно, и это полный идиотизм. Да? Тратить дозу, которая стоит больше миллиона долларов, или может быть даже больше, на отравление одного человека, это бессмысленность. Оставлять такие следы, это тоже бессмысленность. То есть реальному убийце в данном случае нужны были следы. А как мы знаем из детективов Агаты Кристи и других писателей, истинный убийца всегда пытается скрыть следы. В данном случае убийца совершает убийство на показ для того, чтобы следствие могло идти по определенной дорожке. То есть следствие изначально направляется в нужном кому-то направлении. И вот здесь возникает вопрос, так кто же реально стоит за отравлением Александра Литвиненко? Кто его отравил? Ну, может быть, вы не знаете, кто, так сказать,
чья рука совершила это злодеяние? Ну вот вы начали отвечать на вопрос, чьих интересов у это меня было. Нет никакого сомнения, чья рука отравила Александра Литвиненко. Это была рука его жены Марины Литвиненко. Этот человек крайне ненавидел своего мужа, о чем у меня есть многочисленные доказательства и свидетельства этого факта. Я хотел сообщить эти факты следователям Скотланд-Ярда, когда они собирались приехать в Москву в декабре 2006 года, разговаривал с двумя детективами, которые, выслушали меня, со мной в Москве так и не встретились. У меня сложилось впечатление, что английская сторона на самом деле не заинтересована в установлении истины в этом деле. Вдогонку вашим словам о том, что важнейшие факты, британское следствие, которое якобы хочет раскрыть это важнейшее для Британии преступление, не обращает внимания на ваши слова и факты. И требует, упорно требует выдачи Лугового от России, хотя прекрасно знают, что по Конституции России Россия не может выдать своего гражданина на суд в иностранное государство. То есть заранее выставляются те требования, которые Россия не может выполнить, даже если очень хочет. Дело в чем? Россия может исполнить правосудие, если английская сторона представит убедительные доказательства виновности Лугового. Правосудие на своей территории. Да, на территории нашей страны. Но англичанам это не нужно. Если англичане хотят, чтобы преступник был наказан, они должны этого добиваться где бы то ни было. Почему обязательно на территории Великобритании им важно? Они могли бы осуществить свое правосудие в отношении Бориса Березовского, прежде всего совершившего преступление на территории Великобритании, которое доказано следователями Российской Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Но они этого не делают. То есть если бы им реально нужно было наказать преступника, они хотели бы расследовать это дело, они должны были уважать Конституцию Российской Федерации, предоставить все документы по обвинению гражданина Российской Федерации в этом преступлении, и суд мог бы состояться на территории России. Абсолютно так. Так и прописано по законодательству нашей страны, которое уважает Великобритания, по крайней мере, официально. Вместо этого они встают в позу обиженного, не предоставляют никаких документов, и дело фактически висит в воздухе. Это связано с тем, прежде всего, как я объясняю в своей книге, опять-таки, вот Березовский не своя игра, тем, что состоялся суд в 2010 году по иску Бориса Березовского всесоюзной, Всероссийской государственной радиотелевизионной компании и ВГТРК и Владимиру Тирулюку, по которому Березовский по подстроенному сюжету, как я считаю, с Владимиром Тирулюком, использовал это событие для того, чтобы доказать, что якобы его незаконно обвинили в убийстве Литвиненко, и якобы это произнес Владимир Тирулюк под видеокамеру. Так вот, английский судья использовал все, в том числе и мои книжки, и даже мои показания в рамках уголовного дела, материалы, которые наша прокуратура непонятным для меня способом и образом предоставила английскому судье. В результате судья выбирал только те фразы из общего контекста, которые выгодны были для Бориса Березовского, и вынес решение в его пользу. Ну и в завершение темы про смерть Александра Литвиненко хотелось бы спросить вас более подробно, как вам удалось убежать из Лондона и остаться в живых? Когда 13 сентября 2003 года в кабинете Березовского он объяснил мне, что причиной предоставления ему статуса политбеженца стало покушение на него в зале английского суда, которое должен был совершить мужчина в сером пиджаке, то есть Владимир Тирулюк, и когда на мои прямые вопросы он уходил от ответа и говорил абсурдные вещи, когда вечером того же дня я в течение длительного времени разговаривал с Александром Литвиненко, и он просто лгал мне о событиях, в которых мы оба принимали участие, я понял, что для нас с сыном создалась смертельно опасная ситуация. Весь последующий период времени шла подготовка к нашему побегу. Совершить его было чрезвычайно нелегко, поскольку Березовский распорядился забрать мой паспорт, по которому я въехал в Англию, и без которого я, естественно, не мог покинуть территорию. То есть он забрал ваш паспорт себе? Он забрал его в специальное подразделение МВД, из которого получить его я мог только при определенных условиях. И этим условием являлось то, что информация о том, что я обратился за паспортом, должна стать известна Березовскому. То есть фактически вы как заложник находились там? Я оказался заложником знания преступления Березовского в Англии.
И моя участь была предрешена, если бы не мои друзья и, прежде всего, моя жена Людмила, которая позволила нам с сыном покинуть этот остров в день Пасхи. Как я считаю, я неверующий человек, который Бог помог спасти жизнь себе и своим близким. А как вам это удалось? Я писал искренне, как это было. Нам удалось получить паспорт в хоум-офисе против предоставленных авиационных билетов, которые являлись гарантией подтверждением того, что мы покидаем Великобританию. И затем мы поменяли билеты на день раньше, чтобы в случае утечки информации нас не могли перехватить в аэропорту. И мы улетели на Украину. Из Украины мы приехали в Москву. Ну, мне хотелось бы сейчас поговорить о WikiLeaks. Вы в сегодняшней беседе уже упомянули это замечательное название. Если речь всегда идет о деньгах, то в случае с WikiLeaks мы тоже видим удивительную ситуацию, когда из ниоткуда группа энтузиастов в кавычках, да, буквально несколько человек, достает миллионы секретных документов, не вывозя их грузовиками из каких-то секретных хранилищ. Все это получается. У них откуда-то есть деньги. И из ниоткуда возникает ресурс, к которому прислушивается весь мир. Вы правильно оцениваете эту ситуацию, что из ниоткуда ничего не бывает. Господин Ассанж, как многие полагают, является искренним родителем демократии, свободы и справедливости. На самом деле, я вижу очень много задач, которые поставлены на Ассанже, которые решал Борис Березовский, но в локальном, будем говорить, британо-российских отношениях. Сегодня компания WikiLeaks окутывает и направлена эта борьба англосаксов против всего мира. Но в первую очередь против России и Китая, главных стратегических противников англосаксов. Я уверен, что в ближайшем будущем нас ожидает долговременная и очень капиталоемкая кампания, связанная с телеграммами WikiLeaks. На самом деле, мало кто видел эти телеграммы в жизни. Сегодня только 4 западных издания наделены правом распространять эту информацию. На самом деле, это нелепость, поскольку все эти издания, за ними стоят самые богатые люди нашей планеты. И если эта информация вредила бы их интересам, ни одно бы издание и агентство Соединенных Штатов, Великобритании ни строчки не посвятили этому событию. Когда американцам нужно, они посылают военно-морской флот в ту страну, где решаются их национальные задачи. Когда это угрожает национальным интересам США, они высаживают спецназ. В конце концов, можно применить и ядерные бомбы, что они сделали с Нагасакой и Хиросимой в то время, когда такой военной необходимости не существовало. А с Ассанжем они справиться не могут. Это полная нелепость, поскольку человек находился в английской тюрьме, в то время как находившийся в таиландской тюрьме товарищ Бут, Виктор Бут, оказался в Соединенных Штатах Америки за нарушение всех норм и правил. А Ассанжа, который столь опасен для США, нельзя привести из английской тюрьмы в американскую. Ну, это просто нелепо. Ну, на мой взгляд, WikiLeaks — это достаточно качественно организованная многоходовка. Сначала создается ресурс, он публикует абсолютно настоящие документы, непонятно откуда взявшиеся, касаемо Соединенных Штатов Америки, которые, кстати, США и их политику никак отрицательно не рисуют. Например, публикуются документы о том, что 100 тысяч мирных жителей погибли в Ираке. Это в то время, когда специалисты дают оценки значительно большие, там около миллиона погибших иракцев во время вторжения американцев и англичан туда. Привлекается внимание через средства массовой информации, вот через те специально отобранные, наиболее известные газеты на Западе. И после этого WikiLeaks может печатать все, что угодно, потому что опровергнуть его невозможно. Больше того, я добавлю, что этот проект использует не только телеграммы прошлого, но и информацию сегодняшнего дня, которую через этот якобы интернет-ресурс в интересах тех же англосаксов сбрасывают заинтересованные лица. Вы заметите, скажем, скандал недавний с швейцарским банковским служащим. Он принес не телеграммы WikiLeaks, не телеграммы Госдепа США. Он принес свою конфиденциальную информацию, которую выложил на этом интернет-сайте.
И странно то, что американская правоохранительная система оказывается столь беспомощной в случае, когда продолжают якобы происходить утечки, якобы опасной для Соединенных Штатов Америки и Великобритании информации. Ну, когда сверхдержавы беспомощны, то это свидетельствует о том, что то, что происходит, происходит в их интересах. Абсолютно. Потому что мы сейчас видим ситуацию полной дестабилизации, по крайней мере, попыток дестабилизации мусульманских стран. Да, это происходит. Накануне революции в Тунисе, накануне революции в Египте на Wikileaks публикуются материалы, которые выставляют руководителей этих стран как коррупционеров и вообще окрашивают их в темные тона. Это задачи, которые служат стратегическим интересам самых богатых людей нашей планеты. Это мое глубокое убеждение. И у Wikileaks вы будете писать свои новые книги? Да, эта книга подготовлена к печати в основном, и последние события, связанные с Wikileaks, будут в нее включены. Просто Wikileaks возник сразу с именем Бориса Березовского. Первым человеком, который пошел защищать Ассанжа, был адвокат, который представлял интересы Бориса Березовского в его суде против Пола Хлебникова. Ну и мы видим, что Ассанж живет в Лондоне, где-то под Лондоном, как говорят, у английских друзей. Я думаю, что за него нам беспокоиться не стоит, у него все будет хорошо, потому что если тот, кто выполняет интересы Великобритании, Соединенных Штатов Америки, банкирских кругов, которые стоят за Федеральной резервной системой Банка Англии, если у этих людей будут возникать проблемы, будет очень сложно находить новых, которые будут работать, выполнять определенные задания. Николай, здесь я не был таким оптимистом, потому что опыт показывает, что до определенного периода времени они выполняют свою задачу. Сейчас могут проходить демонстрации в поддержку Ассанжа, а потом может быть организованы демонстрации в память о нем, когда он выполнит свою историческую роль. Ну, в данном случае, что называется, время покажет. Никита Сергеевич, я хотел бы, чтобы в завершении нашей встречи вы для наших уважаемых зрителей назвали будущее название своей книги, чтобы им было, если они заинтересовались, легче ее потом найти. Есть уже название? Я предлагаю читателю познакомиться с книгой, которая называется «Березовский. Не своя игра». В ней я обещаю рассказать историю убийства Литвиненко. И эта история мной подготовлена в книге, называющейся «Wikileaks. Березовский. И убийство Литвиненко. Документальное расследование». Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в гости. А мне было очень приятно с вами снова встретиться. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо.